Новый бюджет составит около 650 миллионов евро. Большая часть из поступивших в него дополнительных средств, а именно 25 миллионов, пойдет на транспортные проекты города, а всего на дороге будет выделено около 50 миллионов евро, из которых 8 планируется потратить на уход за ними. По словам вице-мэра Таллина Таавиаса, такого объема инвестиций в дороги и общественный транспорт Таллина еще никогда не было. Если смотреть на следующий год, то самый большой такой объем, необычный объем даже, идет на общественный транспорт. Это приобретение новых автобусов, это приобретение гибридных автобусов, это реконструкция всего трамвайного парка в Таллине, это реконструкция трамвайного пути в сторону Копли и новая трамвайная путь в аэропорт. Помимо обозначенных вице-мэром пунктов, стоит выделить и начало других масштабных проектов, вроде реконструкции улицы Гонсиори или строительства новых дорог в Хаберсте и Кадриорге. 5 миллионов евро будет выделено на решение одной из самых болезненных проблем – приведение в порядок дорог внутри дворов. Что касается транспорта, то намечена покупка 50 новых автобусов, ремонт и переоснащение десятка трамваев. Кроме этого, в Таллине запланировано строительство и ремонт детских садов, а также реновация школ. Впрочем, деньги выделены не только на ремонт зданий. Работники сферы образования должны будут получить прибавку к зарплате. Будут и в следующем году повышены зарплаты и в детских садах, и в школах, и для социальных работников, для людей, которые занимаются воспитанием детей. Помимо прочего, из значимых вложений можно отметить инвестиции в культурную сферу. Например, в строительство полиариума, дома для белых медведей в зоопарке, реконструкцию культурного центра Кая Мустамяя, инвестиции в Таллинское певческое поле, а также восстановление и строительство церквей. Теперь проект поступит на обсуждение на согласование в городское собрание столицы. Алексей Милованов, Екатерина Плехова, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.